Всем привет, друзья! Сегодня сделаем обзор вот такой вот видеорегистратор зеркала с задней камерой 12-дюймовый IPS-экран, снимает в 2К, задняя камера снимает Full HD 1080p. Sony сенсор, динамик, микрофон, два динамика, микрофон, регулируемая камера, вход для GPS, насколько я понял, но в комплекте нет GPS приемника. SD-карта, задняя камера и питание. Снизу кнопка включения-выключения экрана и видеорегистратора. Питание на 3 ампера, 5 вольт 3 ампер. Задняя камера. Инструкция на английском. Крепление. Пластиковый инструмент. И в комплекте есть карта 32 гигабайта 70 мегабит в секунду. Здесь есть несколько языков. Также русский. Форматируем карту памяти. Да. Все. Запись уже идет, 2К, видно. Рука стоит перед камерой. Также снимаем пленку. Как я уже сказал, снизу можно выключить экран. Экран включается. Микрофон. Стоп. Настройки, защита от перезаписи. Вот. Идет файл защита от перезаписи. Примерно 15 секунд сохраняет файл. Все. Настройки, время. Микрофон и заряд, полный заряд. Давайте посмотрим настройки. Разрешение. Режим таймлапс. Есть также режим таймлапс. Запись звука, G-сенсор, режим, паркинг режим, формат записи H264 и H265.
для того, чтобы подключить к компьютеру. Звук. Время. Настройка времени. Форматирование SD-карты. Сброс заводские настройки, версия прошивки. Подключаем камеру. Сразу включился задняя камера. Запись уже идет с двух камер. Вот. И как только вы ставите заднюю передачу, подается питание на этот провод и включается задняя камера с парковочными линиями. Вот. Задняя камера с парковочными линиями. Свайп справа меняет режим, задняя камера, вот. Опять один раз идет половина передняя камера, половина задняя камера. Опять идет уже передняя камера. А свайп слева направо включает режим просмотра. И вы можете посмотреть записи. Слышно звук. Можете удалить, какие вам надо. Вот, нажимаете на удалить. Можете посмотреть файлы задних камер. Сейчас. Вот. Также с звуком. Это задняя камера. Вот задняя камера. Вот резина. Можем чуть-чуть туда толкнуть. Вот так переместить туда. Все. Включаем зажигание. Регулируем камеру. Вот так. Можем поднять и спустить кадр, как нам угодно. Подключили заднюю камеру. Вот так. Идет, показывает с двух камер. Вот так. Только передняя, только задняя. Показывает даже до четвертого этажа. Вот так. Не забудьте снять защитную пленку. Давайте покажу. Допустим, вы едете назад и ставите заднюю передачу. Как только вы ставите заднюю передачу, включается задняя камера и показывает вот парковочные линии. Также будет записать звук. И все. Выключайте, допустим, заднюю передачу, и у вас идет, показывает режим, который был последний раз. Если у вас вот такой режим с двух камер, то будет показывать задняя камера, при выключении показывает опять с двух камер. Ставите время, чтобы экран выключился, или можете выключить через кнопку снизу, и как только вы коснетесь экрана, экран включится. Все, друзья, остался показать вам примеры записи задних и передних камер. Всем спасибо, всем удачи на дорогах.
Подключили заднюю камеру. Вот так идет, показывает с двух камер. Вот так, только передняя, только задняя.